Брэд Боулс, текл нападения из университета Юты. Рост 1,96 см, вес 135 кг. Он выпускник Westlake High School, который играл на позиции defensive tackle. По окончанию этой пятой по счету школы, Боулс, имевший неоднократные приводы в полицию, а также проблемы с наркотиками и в целом старательно занимавшийся саморазрушением, в течение 2 лет работал в автомастерской, а затем служил в церковном приходе в Колорадо. Сменив жизненные приоритеты и взявшись за ум, Боулс поступил в Сноу Колледж, где отыграл сезоны 2014 и 2015, став последним из них игроком нападения года в футбольной лиге Западных Штатов. В 2016 году, оцененный скаутами на 4 звезды из 5 возможных, игрок перешел в университет Юты, чья футбольная программа участвует в конференции Pac-12, одной из лучших в студенческом футболе. В единственном сезоне за Юту Боулс сыграл во всех 13 матчах в роли стартового левого текла. Его мастерство и фанатичность настолько впечатлили специалистов, что по итогам сезона футболист был выбран в первую команду своей конференции. Гаррет Боулс обладает сильными и быстрыми ногами, что важно для позиции текла. Легко переходит на второй уровень с ди-энда к лайнбекеру. Отличная боковая скорость. Сохраняет вес на обоих ногах по ходу слайдов. Не позволяет эдж-рашерам разогнаться и обойти себя на скорости. Мощная нижняя часть тела впечатляет. На скаутском комбайне он стал первым в прыжке в длину и в упражнении с 3 конусами, вторым в беге на 20 ярдов и третьим в забеге на 40. Боулс знает и умеет занимать правильную позицию как для защиты квотербека, так и для контроля гэпа при выносной комбинации. В сезоне 2016 практически не нарушал правил. Способен серьезно увеличить свою мышечную массу и общий вес без ущерба для скоростных качеств. Недостатком Боулса необходимо отнести нестабильность в удерживании блока. Ему не хватает силы рук. Мощный линейный способен лишить его баланса. Гаррету необходимо жестче встречать защитников в своем первом касании без смещения вовнутрь. Среднепрокачанный плечевой пояс. Развитие этой группы мышц должно стать приоритетом для Боулса. Не случайно на комбайне он отказался от жима лежа. Длина ног чуть короче, чем у людей его роста, плюс их неправильная постановка относительно корпуса в момент блока. Маленькая статистическая выборка. Всего один сезон в высшем студенческом дивизионе. Возраст. На момент открытия летнего лагеря этому теклу исполнится 25 лет, что осложнит привитие новых навыков. Несмотря ни на что, Боулс, по мнению скаутов, едва ли не наиболее способный умелый лайнмен среди выходящих на драфт. Ему не хватает мощи верхней части тела, что можно достаточно быстро исправить правильным и интенсивным физическим развитием. Реальный потенциал игрока – участник Про-Боула. Но сможет ли Боулс этот потенциал реализовать, остается на уровне предположений и догадок. Ожидается, что Гаррет Боулс будет выбран в первом раунде драфта 2017 не позднее первых 25 пиков.